Актерам Вячеславу Невинному и Михаилу Кононову на съемках фильма «Гости из будущего» пришлось основательно потрудиться. По сценарию им нужно было очень много бегать, но несмотря на комплекцию и порой невыносимую жару, они выкладывались на 100%. А еще частенько импровизировали. Например, сцена около газет должна была сниматься в горбатом Запорожце, но Невинному было не просто туда влезать, поэтому решили снимать на свежем воздухе. Импровизацией стала и беседа пирата-крыса с отцом Алисы Селезневой. Забавная речь профессора Селезнева, которую актер Юрий Григорьев придумал буквально на ходу, не что иное, как трижды повторенная скороговорка «От топота копыт пыль по полю летит», проигранная задом наперед. От топота копыт пыль по полю летит, от топота копыт пыль по полю летит, от топота копыт пыль по полю летит.